Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. We are going to finish our course of 100 Russian verbs. Today is lesson 19. We have only one lesson left. I want to remind you that you may recommend verbs for the last lesson. Also, I want to thank very much those students who support my project by making donations. Thank you very much. It helps me a lot because these lessons are free and it takes a lot of time and effort to record them. And your help allows me to finish this course. So let's start our lesson. First verb, обещать, to promise. Infinitive, обещать. I promise to be back for dinner. Я обещаю вернуться к ужину. To be back. Вернуться. I promise to be back for dinner. Я обещаю вернуться к ужину. К ужину. Another forms of the verb обещать. You promise to be back for dinner. Ты обещаешь вернуться к ужину. He promises to be back for dinner. Он обещает вернуться к ужину. She promises to be back for dinner. Она обещает вернуться к ужину. We promise to be back for dinner. Мы обещаем вернуться к ужину. You, plural, you promise to be back for dinner. Вы обещаете вернуться к ужину. They promise to be back for dinner. Они обещают вернуться к ужину. Я обещаю, ты обещаешь, он обещает, она обещает, мы обещаем, вы обещаете, они обещают. Next verb, to pay, платить. Infinitive – платить. I pay for a movie ticket. Я плачу за билет в кино. Ticket – билет. Movie – кино. Я плачу за билет в кино. You pay for a movie ticket. Ты платишь за билет в кино. He pays for a movie ticket. Он платит за билет в кино. She pays for a movie ticket. Она платит за билет в кино. We pay for a movie ticket. Мы платим за билет в кино. You pay for a movie ticket. Or tickets better. Вы платите за билеты, plural, за билеты в кино. They pay for a movie tickets. Они платят за билеты в кино. Я плачу, ты платишь, он платит, она платит, мы платим, вы платите, они платят. Next verb – использовать, to use. Использовать. I use this program for a work. Я использую эту программу для работы. For a work. Для работы. Я использую эту программу для работы. You use this program for a work. Ты используешь эту программу для работы. He uses this program for a work. Он использует эту программу для работы. She uses this program for a work. Она использует эту программу для работы. We use this program for a work. Мы используем эту программу для работы. You, plural, you use this program for a work. Вы используете эту программу для работы. They use this program for a work. Они используют эту программу для работы. Я использую, ты используешь, он использует, она использует,
Ми используємо, ви используєте, вони использують. Now all three verbs in all forms. I use, I promise, I pay. Я использую, я обещаю, я плачу. Ти используєш, ти обіцяєш, ти платиш. Он использует, он обещает, он платит. Она использует, она обещает, она платит. Мы используем, мы обещаем, мы платим. Вы используете, вы обещаете, вы платите. Они используют, они обещают, они платят. Next verb. Заказывать, to order. Заказывать. I order coffee and cake. Я заказываю кофе и пирожное. Cake, пирожное. You order coffee and cake. Ты заказываешь кофе и пирожное. He orders coffee and cake. Он заказывает кофе и пирожное. She orders. Она заказывает кофе и пирожное. Мы заказываем кофе и пирожное. We order coffee and cake. You plural. You order coffee and cake. Вы заказываете кофе и пирожное. They order coffee and cake. Они заказывают кофе и пирожное. Я заказываю, ты заказываешь, он заказывает, она заказывает, мы заказываем, вы заказываете, они заказывают, да, вы заказываете, они заказывают. Now, two verbs, I order and I pay, because I order, then I pay. Я заказываю и плачу, ты заказываешь и платишь. Он заказывает и платит. Она заказывает и платит. Мы заказываем и платим. Вы заказываете и платите. Они заказывают и платят. Next verb to change. Менять. Менять. I change my decision to go to this country. Я меняю решение ехать в эту страну. To go to this country. Ехать в эту страну. Я меняю решение ехать в эту страну. You change your decision to go to this country. Ты меняешь решение ехать в эту страну. He changes decision to go to this country. Он меняет решение ехать в эту страну. She changes the decision. Она меняет решение ехать в эту страну. We change the decision to go to this country. Мы меняем решение ехать в эту страну. You plural. You change your decision to go to this country. Вы меняете решение ехать в эту страну. They change decision. Они меняют решение ехать в эту страну. Я меняю, ты меняешь, он меняет, она меняет, мы меняем, вы меняете, они меняют. Now again, let's have some training. I say English sentence, you say Russian in all six forms. Let's take a verb to pay, but another sentence. I pay for a cup of tea. I pay for a cup of tea. Я плачу за чашку чая. I say I pay for a cup of tea. You say я плачу за чашку чая. Cup of tea. For a cup of tea. За чашку чая. За чашку чая. In all six forms. Okay, let's start. I pay for a cup of tea. You say Russian. Я плачу за чашку чая. You pay for a cup of tea. You say Russian.
ти платиш за чашку чая. He pays for a cup of tea. Он платит за чашку чая. She pays for a cup of tea. Она платит за чашку чая. We pay for a cup of tea. Ми платим за чашку чая. You plural, you pay for a cup of tea. Ви платите за чашку чая. They pay for a cup of tea. Они платят за чашку чая. Молодец! Now, in next training, I say a verb to change. In all Russian verb to change, менять, in all six forms. And you say a verb to order in all six forms. For example, I say я меняю, you say я заказываю, okay? I say ты меняешь, you say ты заказываешь. Let's start. Я меняю. Я заказываю. Ты меняешь. Ты заказываешь. Он меняет. Он заказывает. Она меняет. Она заказывает. Мы меняем. Мы заказываем. Вы меняете. Вы заказываете. Они меняют. Они заказывают. Молодец. Now let's repeat a verb from previous lesson. A verb to hurry. Спешить. I say, let's take a sentence. I hurry to the airport. I say, I hurry to the airport. And you say, я спешу в аэропорт. Я спешу в аэропорт. In all six forms, okay? I hurry to the airport. You say Russian. Я спешу в аэропорт. You hurry to the airport. Ты спешишь в аэропорт. He hurries to the airport. Он спешит в аэропорт. She hurries to the airport. Она спешит в аэропорт. We hurry to the airport. Мы спешим в аэропорт. You hurry to the airport. Вы спешите в аэропорт. They hurry to the airport. Они спешат в аэропорт. Молодец! I think it's enough for today. See you in my next lessons. Follow my YouTube channel, join our Facebook page, take part in our online courses. All links are in the description of this video. Let's learn Russian and make friends. Давайте учить русский и дружить. Пока!